Нет, когда атака идет. Говорит, у меня уже все хилы уже, говорит, синие. Ну что, все готово к началу второго тайма. И ждут игроки. Свисток. Свистит Артем Чистяков, и начинается второй тайм между сборными Украины и Азербайджана. Напомню, что счет 1-0 в пользу Украины. И у сборной Украины изменения в составе. Дмитрий Кравченко под номером 14 выходит на поле вместо Артема Габелока под номером 8. И изменения в составе сборной Азербайджана. Давид Караев под номером 13 ушел с поля, и в игру вступил Турал Рзаев под номером 20. Регулярно выходит Рзаев на замену во втором тайме, поэтому можно считать его игроком, приближенным игроком к основному составу. Кто присоединился к нам только что, напоминаю, составы команд. Сборная Украины. Вратарь команды и капитан. 12 номер Сарнавский Богдан. 3 номер Ткачук Юрий. 5 номер Шевчук Вадим. 6 номер Танковский Вячеслав. 7 номер Луканов Дмитрий. 14 номер Кравченко Дмитрий. 9 номер Радченко Артем, 10 номер Миронян Артур, 13 номер Чумак Евгений, 15 номер Сизый Сергей и 18 номер Соболь Эдуард. В запасе находится вратарь. Первый номер Чижиков Виталий, второй номер Кочераба Тарас, 4 номер Полегенько Павел, 11 Еремчук Роман, 16 Яструб Юрий и 17 Тарас Завийский. Главный тренер команды Александр Петраков. Пока сборная Украины в защите катает мяч, можно пройтись по составу сборной Азербайджана. Вратарь и капитан команды. Первый номер Алиев Эйюб. Третий номер Мамедов Ширмамат. Четвертый номер Гулиев Садик. Пятый номер Бадалов Эльвин. Шестой номер Абдулазада Кимран. Седьмой номер Алискеров Намик. Девятый номер Диниев Джошгун. Десятый номер Алиев Архан. 11 номер Насерли Руслан, 20 номер Турал Рзаев и 17 номер Джамалединов Шамиль. Главный тренер Ариф Асадов. Но прямиком к игре. Неплохая подача с правого фланга. Но Алиев контролирует все и вперед. На спину мяч попадает Насерли. Не ожидал он, что настолько точно выбьет мяч. Вратарь Алиев Эйюб. И в положение вне игры забирается Артур Миронян, 10 номер сборной Украины. Джамалединов. И наносит травму сейчас Абдулазада, прикрывая корпусом мяч от Танковского. Свистит судья, останавливает игру. По-моему, требуется медицинская помощь.
И отдают футболисты сборной Украины мяч. Азербайджанской команде. Алиев начинает атаку своей команды. Абдулазада с мячом. Диниев. Луканов один с мячом на правом фланге. Простреливал Дмитрий на своих нападающих. Но ликвидировал все угрозы. Бадалов и Львин. Подача. Едва не выиграл борьбу на втором этаже. Сизый Сергей очень высоко выпрыгнул. Борьба на фланге. Дается вынести мяч. Танковский не смог остановить мяч. Но помог ему Кравченко. И успокоилась немножко игра. Вперед Нараченко забрасывает мяч. Шевчук. Хорошая передача. Нарушал правила сейчас Танковский. Досталось Джамалединову. Все в порядке. Встал защитник сборной Азербайджана. И атака продолжается. Рзаев на Диниева. Сохранил мяч Жожгун Диниев. Сыграл стенку с Алиевым. Растягивает потихоньку Рзаев. Какой красивый прием технически продемонстрировал. Мяч между ног. Послал левому защитнику сборной Украины. Соболю. И выносят вот так вот. Обороняются сейчас украинские футболисты. Носят мяч от греха подальше. Этого надо брать уже! Рзаев на правом фланге. Очень активно вступил в игру. Хорошо. Миронян хорошо зацепился за мяч, принял на грудь и оттеснил корпусом защитника сборной Азербайджана. Очень много желтых карточек раздал Артем Чистяков в первом тайме. Судья свистит в пользу сборной Азербайджана. Удивляется Вячеслав Танковский этому решению судьи. Стелется Соболь. Эдуард подкатит, чтобы не дать принять мяч Рзаеву. Алиев
решил взять себя, на себя троих защитников сборной Украины. Рзаев. И вот так вот разрядил Танковский игру. Я думаю, если бы были ноги Рзаева на пути подката Вячеслава Танковского, то вместе бы с ногами мяч бы улетел за бровку. Сарнавский Богдан, капитан сборной Украины, будет выбивать мяч далеко за центральную линию. Не точно. Вау, вот мяч уходит. Луканов даже не успевает к нему подбежать. Алиев принимает мяч, один одинешенек. Вот что случается, когда Алиев один принимает мяч. Двоих разворачивают корпусом. Не слишком стараются делать точные передачи футболисты сборной Азербайджана. Часто теряют. Не знаю, с чем это связано. Наверное, надо повнимательнее к этому отнестись. Потому что такая потеря еще раз может стоить. Может стоить выхода из группы, пусть даже и со второго места. Всяко лучше, чем занимать третье. Да, против правил. Сыграл Сизый Сергей. Юра, давай! А нет, нарушал правила Алискеров. Пас на Соболя, выигрывает борьбу. Эдуард Соболь. И опять вперед, но тут уже зона Алиева. Кому он не позволит в ней хозяйничать. Дениев спускается очень глубоко. Девятый номер. Атакующий футболист сборной Азербайджана, чтобы начать свою атаку. Потому что понимает Джош Гун, что не идет пока игра низом у его команды. Алискеров. Сохранил мяч в борьбе с двумя игроками сборной Украины. Алиев. Не стал падать Алиев. И только сейчас, после того момента, упал на газон. Но вот снова в игре Алискеров. Алиев на ударной позиции. Слишком долго обрабатывал мяч. Опять вынос. Вынос, и Миронян может зацепиться. Тут ему Луканов помогает. Нет, сейчас ваут. Выбит мяч. Гулиев, так и есть. И аут сборной Украины. Джамалетдинов очень хочет выбросить мяч из аута, но нет. Судья считает по-другому. Соболь. Луканов. И Танковский. Хороший пас на Соболя. Сразу прострел последовал. В штрафную площадь. Но на чеку Гулиев. Садик Гулиев из футбольного клуба Габала. Разыграли мяч с углового Радченко. И Танковский удар! Прямо в руки Алиеву. Кулаками тот отбил мяч. Опять прострел! Опасно! Можно забивать! Гол! 2-0! Ну вот. Сейчас и пойдет открытый футбол. Держать!
забивает. 15 номер. Сизый Сергей. Сергей Сизый, номер 15. Сборная Украины. The goal was scored by number 15. Сергей Сизый, team of Ukraine. Держится за голову футболисты сборной Азербайджана. Понимает, что надо идти ва-банк. Терять нечего. Остается только находить свое счастье у чужих ворот. Вот же Малединов один решил пройти, не получается у него. Ну все, начинают страсти вскипать. Горячих ребят из сборной Азербайджана. Серли падает. По мнению судьи, оправданно упал он. Свалил на нем Чумак. Небольшую стенку выстраивает Сарнавский. Один человек только в ней. Как раз таки автор гола. Сизый. И Алиев. Подача слишком высоко. И момент хороший. Не удается на Серле переправить мяч в пустые уже ворота. Отразил первый раз Сарнавский прострел. Мяч полетел вверх. И, как вы все видели, не переправил Руслан на Серле мяч в ворота. Отличный шанс. Отличный шанс, но надо было такие создавать при счете 0-0. Сейчас, потому что в роли догоняющих выступает сборная Азербайджана. Ну и градус игры заметно возрос. Сарнавский далеко вперед. Танковский в центре. Первого мяча Танковский, но вряд ли догонит. Очень сильно себе пробросил. Ну так, чтобы преодолеть подкат Гулиева. Вам не надо бежать, братья. Денис с мячом. Рзаев. И опять Дениев. Троих. Обыгрывает. Джош Гундениев. И Танковский запускает Луканова вперед. Против него Бадаев. И забодал он Луканова. А Луканов получает вторую желтую карточку. И она превращается в красную. Луканов Дмитрий, номер 7. В эмоциональном порыве полез догонять мяч и лежа ткнул ногой в убегающего Мамедова, за что был изгнан Чистяковым с поля. Вот идет он без настроения, но Радченко похлопал ему, дал 5. Говорит, ничего, брат. И Джамалединов сейчас рискует нарваться на карточку. Оттолкнул он. Луканов говорит, быстрее, ты чего делаешь? Мы же проигрываем. И в меньшинстве остаются футболисты сборной Украины. На 67-й минуте матча. При счете 2-0 в их пользу. Посмотрим. Очень интересно проходит второй тайм. Очень зрелищный футбол мы с вами смотрим. Я напомню, что записи прямых трансляций всех матчей можно будет посмотреть на сайте sportvizor.ru после каждого игрового дня. Со всей статистикой. Общий
статистикой матча и детальной статистикой каждого футболиста в отдельности. Соболь с мячом на левом фланге. На коротке пытается сборная Украины играть. Посмотрим, как скажется это удаление. В принципе, было оно не в бою, поэтому за себя и за того парня не знаю, как в этом случае сработает. Радченко с мячом. И технично выбивает мяч. Радченко, Соболь. Ну и заряжено, все, заряжено на борьбу футболист сборной Азербайджана. Видно в каждом ударе, в каждом пасе, в каждом оборонительном действии. Сейчас чересчур активные действия футболистов могут зажечь просто фитиль. Это некой абстрактной бомбы эмоциональной. Потому что перестали церемониться футболисты друг с другом. И видят на горизонте только лишь выход из группы. Но при таком счете, при таком раскладе сборная Украины занимает первое место. С 7 очками в активе. А сборная Азербайджана, соответственно, на третьем месте закончит групповую стадию. Это, опять же, повторюсь, при раскладе, что сборная Украины выиграет этот матч. Но еще впереди добрых полчаса, чуть меньше. Поэтому есть время, тем более сборная Украины находится в меньшинстве. Но не собирается сдавать позиции. И Кравченко не останавливает мяч, а выбивает его за кромку поля и валится на газон. Столкновение с игроком команды противника получило какое-то повреждение. Сейчас, пока Кравченко лежит, вот встал за кромкой поля, на двоих меньше в составе сборной Украины. На месте Кравченко я бы быстрей оклемался. Сам бы подбежал к докторам, сам бы себе заморозкой побрызгал куда надо, и все было бы хорошо. Но сейчас оставил свою команду в меньшинстве, причем не... Рзаев догоняет мяч. Джамалетдинов. Дениев. Не хватает игроков у сборной Украины, чтобы сдержать натиск азербайджанской команды. Денис мячом. Алиев один в центре поля. Пас Алискерову предназначался, но очень поздно был отдан. И Рзаев с мячом пытается найти лазейки в обороне украинской команды. Алиев, Дениев и Насерли. Главные атакующие силы сборной Азербайджана. И вот кроме вратаря Алиева никого нет на половине поля сборной Азербайджана. Обороняются как могут футболисты Украины. И замена. Второй номер, Кочараба Тарас, защитник, выходит на поле вместо 14 номера, Кравченко Дмитрия. Получил какое-то повреждение очень сильное, видимо, Кравченко. Благодаря которому, точнее, я бы сказал, другому, из-за которого не сможет продолжать играть. Обратная замена, но не из-за того, что Кравченко не проявил себя, из-за того, что получил обидную травму. Алиф разворачивается, вставай с поля, говорит Чистяков. Штрафного не будет. Да и поле холодное, может простудиться.
Ну что же, пока с достоинством сборная Украины играет в меньшинстве. Подбор! Верок, у нас замена будет. И Миронян засмотрелся, как Динеев мяч принимает. На его месте я бы решился напрячь. Радченко. Очень плохой прием. И Рзаев с мячом. Динеев. Насерли. Но некому отдать ему. Нет предложений. Поэтому Джамалединов подача. Никуда и на подборе, естественно. Игроки сборной Азербайджана. Заброс. Ткачук убивает головой мяч. Алискеров. Вот так. Вот так Чумак решил сделать. Об Алискерова мяч и убивает. И попадает прямо в руки Богдана Сарнавского. Далеко вперед. В надежде, что Миронян зацепится. И Миронян и зацепляется. Помогает ему Танковский. Мяч надо опустить. И с локтями сейчас, с локтями Абдулазады выигрывает эту борьбу. У Мироняна Денис с мячом. Джамалединов не пускает его Радченко. Изо всех сил не пускает на свой фланг. И приходится через другой, через левый фланг менять направление своей атаки. Футболистом в белой форме. И вот Миронян спустился в защиту, отработал, помог своей полузащите. И на вынос играет сборная Украины. На вынос, а там никого нету. Очень тяжело сейчас приходится. И хороший пас, но очень сильно Алиев на Алискерова мяч посылал. Сарнавский внимателен. Не удалось Мироняну принять этот мяч. И пожарят между собой защита и вратарь. Замена у сборной Азербайджана. Третий номер. Мамедов Шермамат уходит с поля. И вместо него выходит Талыбов Вакиль под номером 16. Вакиль Талыбов. Полузащитник из Анталияспор. Под 16 номером меняет защитника. И у сборной Украины тоже замена. Миронян Артур. 10 номер. Автор первого мяча в этой встрече уходит с поля. И вместо него выходит Еремчук Роман. Представитель киевского «Динамо». Вот такие игроки сегодня играют на поле. Получает Танковский мяч на фланге. Сохраняет его. Ну, Абдулазады ликвидирует всякую опасность, которая исходила от Вячеслава Танковского. И бегом. Защитное положение. Подсказывает Сарнавский. Внимательнее, потеряли 10-го. А 10-й Алиев, вот он как раз бьет и выше ворот. Контролировал ситуацию Сарнавский. Для того, чтобы не расслабляться, прыгнул. Надо быть всегда в тонусе. Быть готовым. Чем занимается Богдан Сарнавский? Вратарь и одновременно капитан сборной Украины. Вот с мячом. Танковский с правого фланга. Можно простреливать. Навес! И Радченко с мячом. Ну неужели? И умудряется пробить Радченко из непростой ситуации. Вот так вот огрызается сейчас сборная Украины. Огрызается потому, что, конечно, нереальными силами они пришли в атаку. Жилы рвут.
И не фолить, не фолить, кричат друг другу футболисты сборной Украины. Подсказывают. Фол! Не удержался, не удержался. Кто это был? По-моему, Сизый Сергей. Сфолил. И очень опасная. Очень опасный штрафной удар. Алискеров у мяча. Датчик игрока бери! Датчик! Слава! Десятый один! Эдик, Эдик, между двух! Ярёва, помоги! И прибежал даже Еремчук защищаться. Выше ворот. Пока ничего азербайджанцы не могут придумать против защитных кордонов украинцев. И 2-0. 2-0 счет, напоминаю. На 20-й минуте Артур Миронян, который ушел уже с поля, открыл счет. И на 59-й минуте Сергей Сизый под номером 15 удвоил преимущество сборной Украины. А потом совсем скоро красную карточку получил Луканов Дмитрий. Ну, как говорится, подвел свою команду, не сдержал эмоций, за что был отправлен в душ. Денис мячом. И удар. Не таят такие удары опасности никакой для Сарнавского. Очень далеко находился Дениев, чтобы как-то угрожать воротам. Но тащит, тащит мяч по флангу Ткачук и зарабатывает угловой. Все просто. Пробежался, заработал угловой и мигом назад в защиту. Небольшими силами атакует украинская команда. Радченко пошел подавать угловой. И четыре человека в желтой форме сейчас находятся в штрафной. Навес. Мяч прямо на голову Танковскому был послан Радченко. Но слишком был на скорости Танковский, поэтому перебежал чуть-чуть. Знаем мы много случаев, когда команда в меньшинстве играет намного уверенней, чем в полном составе. Это обусловлено опасный удар. Насерли бил, Алискеров бил. Прямо с полукруга этого штрафной площади. Но Сарнавский на чеку. Так вот, это обусловлено тем, что собирается команда до нельзя. Радченко Артем, пас. Еремчук. Встаем, говорит Чистяков Танковскому, который упал с криком «Ай!». Алиев идет, идет, делает пас, и не точно. Ткачук с мячом. Далеко на Радченко, есть момент, поддерживает его с другого фланга Танковский. И под удар Еремчуку. Удар, и неважно. С моментом разобрался 11 номер украинской сборной Роман Еремчук. И очередной угловой. Опять Радченко. У мяча. И будет подавать. Уже три игрока в желтой форме. Штрафной.
Перелетает всех. Мячик Чараба. Еще раз пытался навесить. Но угловой. Улетел мяч за пределы поля от Абдул-Азада Кимрана. Танковский не спеша. Трусцой бежит подавать угловой. Время на его стороне, на стороне сборной Украины. Подача на дальнюю штангу. Там Еремчук совершенно один был. И не ушел мяч, а угловой флажок остановился. Еще навес. Прилично присели. Один Кочураба! Не хватило защитнику украинской сборной технической подготовки. Такой, которая у нападающих и полузащитников присутствует. С одного касания мяч точно в ворота. Переправить. И выше Кочураба. Бьет Джамалединов с мячом. Дениев и Алиев один. Насерлия. Неудачно принимает мяч Руслан Насерли и теряет его. Мамочка, побеги вперед, побеги, ради, последний. Последний, мамочка, давай. Помоги. Немножко осмелела украинская сборная после удаления. Оклемалась и уже не играет в обороне, так как играла сразу после удаления. Уже спокойно располагаются футболисты, немножко посвободнее. На поле. Это может стать хорошим подспорьем для гола азербайджанской команды. Посмотрим мы. Джамалединов с мячом. Просится на вес. Но теряет мяч Джамалединов. Соболь без труда отнимает у него. И замена у сборной Украины. Четвертый номер. Полегенько Павел выходит на поле. Вместо Танковского Вячеслава. Уходит лидер центра поля. И один из самых активных игроков украинской команды. И меняет его защитник. Полегенько Павел. Защитник киевского «Динамо». Меняет Танковского Вячеслава, полузащитника донецкого «Шахтера». Высоко мяч летит. И мяч у Еремчука. Посылает он Радченко. Есть момент. Можно. Нет, Радченко не использует. Просился пас. Конечно же, если бы Артем Радченко отдал пас на Полегенько, который только что вышел, наградил бы его голом. Счет был бы 3-0, и вряд ли какие-то бы другие варианты существовали развития этого матча. Но сейчас 2-0. И контратака сборной Азербайджана. Ткачук читает эту передачу и пас. Не играет Радченко, а судья не свистит, потому что Еремчук с мячом. Очень сильно бьет. Очень устали игроки двух команд. И у сборной Азербайджана замена. 19-й номер Мамедов Сейран выходит вместо 6-го номера, вместо Абдул-Азада Кимрана. Вставляет Сейран Мамедов крылья Советов. Алиев, подача. И кулаками выносит Сарнавский мяч из своей штрафной. Дениев. Талыбов. Пас на Алиева и очень плохой пас на Джамалединова. Сейчас будет подача в штрафную сборной Украины. Нет, Дениев решил через пас. И мяч к Талыбову попадает назад на Бадаева.
пытается расколоть. Подача! Прилетает мяч мимо всех и на ногу Шевчуку. Рзаев, очередной навес. И Алиев играет ногой. Тогда как Чумак играет головой. Получает травму. Посмотрим, насколько серьезную. Игрок сборной Украины. Пять минут чистого игрового времени осталось до конца матча. Пока доктор вылечивает Чумака. Футболисты сборной Украины, остальные собрались на водопой. Паша, что это? Паша! Паша! Уводит доктор Забровку. Игрока, получившего травму. И таким образом опять на двух меньше. Игроков в составе сборной Украины. Радченко Артем, один-одинешник, получает мяч. Но теряет. Отобрал у него защитник Азербайджана. Ну что, в численном большинстве сейчас и... В атаке тоже в большинстве азербайджанцы, но теряет мяч на пустом месте Алискеров. Дениев. Еремчук чуть было не наказал Дениева за промедление такое. Рзаев. Алискеров. Джамалединов. Вот Алискеров можно бить. Через пас решает Алиев с левой ноги. Мимо ворот. Мимо ворот и... Сарнавский кричит на своих футболистов. Замена. Замена сразу в двух командах. 15-й номер Сизый. Сергей. Уходит с поля и выходит номер 16. Яструб Юрий из Львовских Карпат. И у сборной Азербайджана 14-й номер. Выходит на поле Нагиев Адиль. И заменит он, сейчас судья нам покажет на своем электронном табло, кого заменит. 9-го номера Дениева Джошгуна. Вместо Джошгуна Дениева, номер 9, на поле вышел Адиль Нагиев, номер 14. Оба футболиста из бакинского Интера. И матч продолжается. Подача в надежде на то, что длинный Еремчук зацепится за мяч. Но даже не думал этого делать, Роман. Почему, не знаю. Яструб с мячом. И уходит мяч за бровку. Джамалединов. Рзаев. Прострел. Нет. Все читает защита сборной Украины. И не думает рассыпаться. Не думает давать шанс азербайджанской команде. Еще замена у сборной Украины. Радченко Артем покидает поле и выходит Завийский Тарас.
Номер 17. Место нападающий. На поле выходит... Место нападающего выходит. Ну, устал очень Радченко. Огромную роль сыграл в сегодняшней победе своей сборной. И хлопает ему трибуны. Говорит спасибо Александр Петраков. Действительно постарался сегодня Радченко. 1 минута основного времени осталось до окончания матча. Сколько добавит судья? И опасный штрафной, желтая карточка Кочерабе. Показывает Чистяков. И опасный штрафной. 3 минуты добавляет главный арбитр дополнительного времени. 3 минуты. Еще будут играть команды на поле. И опасный штрафной. Счет 2-0. Украина-Азербайджан. На 20 и 59 минутах забили Миронян и Сизый. И сейчас у мяча Алиев и Алискеров. Хотя Джамалединов тоже стоит, может быть, прямым ударом сильным будет бить. Стоять, сделка, мертва! Удар! И опасно! Как же не попадает створ ворот! Футболист сборной Азербайджана Сейран Мамедов, который только что вышел на замену, мог сократить отставание в счете. И намного бы легче игралось футболистам в белых футболках. На вынос играют украинские футболисты. Алиев подходит к мячу, говорит: бегите, я подам, бегите. Но все равно на помощь приходят его защитники. Джамалединов. Алиев. Мамедов. Пас Нарзаева. Но пытается сейчас в пас играть футболисты сборной Азербайджана. Алискеров попадает в лицо защитнику сборной Украины и останавливает игру судья. Потому что Чумаку опять прилетело в голову. Евгений Чумак принимает очередной удар соперников. Прямо с собой. И как бы ни было больно сейчас Чумаку. Он, наверное, понимает, что время играет на его команду. Бодя, что там, Бодя? Кочараба! Сел! Кочараба! И все, закончилось добавленное время. Но дает арбитр доиграть эпизод. Наверное, сейчас будет свистеть или учтет это время, которое пролежал на газоне Чумак. Опять на 2 меньше у сборной Украины. А Чумака приводит в игровое состояние. И, наверное, не самое удачное время для того, чтобы повозить мяч, пощупать его. Надо вперед стрелять, там искать моментов. Еремчук зацепляется за мяч и вперед выбивает. Судья разрешает Чумаку выйти на поле. Алиев разгоняет атаку своей команды, но недалеко он разогнал на правого защитника пас. Насерли, и все. Читает украинский футболист эту атаку, эту передачу, и судья смотрит на часы. Сейчас, да, вот он, свисток. Артем Чистяков свистит, и
фиксирует победу сборной Украины над сборной Азербайджана со счетом 2-0. Миронян и Сизый на 20 и 59 минутах отличились.